На стадионе имени Анфисы Резцовой прошла комплексная спартакиада, в которой приняли участие больше 600 лыжников из нескольких городов Московской области. Спортсмены соревновались как в личном, так и в общекомандном зачетах. Девушки бежали вольным стилем 2 километра, юноши – 3. 80% участников имеют спортивный разряд, но в соревнованиях приняли участие и любители. Из-за большой разницы в скорости порой возникали курьезные ситуации, но большинству лыжников это не мешало. Они иногда не отходили, но их объехать несложно было, они медленные. Я кричала, но они не отошли, я ехала со спуска вон там вот и упала. Не смогла затормозить. Химкинские лыжники на прошлой спартакиаде в общекомандном зачете заняли 2-е место. При этом команде девушек для победы не хватило какой-то доли секунды. Чуть-чуть не хватило, до 1-го места были 2-е. Прям, скажу честно, девочки проиграли 1/10. У нас идет электронный хронометраж. Нам потом сказали, что же вы, судьи из химок, 1/10 как-нибудь. На что мы сказали, мы честные судьи. Но надеемся, что победит сильнейший. Следующие областные соревнования на стадионе имени Анфисы Резцовой по пневматическому биатлону пройдут в это воскресенье, 5 февраля.